Прошу прощения, что пропадал так надолго. К сожалению, один сезон у меня выпал практически. Вот. Как вы понимаете, из названия ролика приобрел я себе Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2008 год. Электричка в простонародье, 96-й двигатель. То есть 1500 там, с копейками сантиметров кубических. Заказал я его из Соединенных Штатов Америки через группу Harley Everybody. И, наверное, детально про это я лучше расскажу отдельно в отдельном ролике. Как все это происходило, как это все ехало из Америки, как я это ждал, сколько это все стоило, сколько стоило обслуживание и так далее. Ну и также готов ответить буду на все вопросы. Если есть вопросы, то пишите в комментариях. В общем, поехали. Идея покупки Харлея у меня возникла после того, как я поездил пару сезонов на Драгстаре и один сезон на Миднайте. Тогда где-то внутри у меня закралось чувство, что все это что-то не то. Ну, я посмотрел несколько роликов на YouTube про Harley Davidson, и YouTube начал мне подсовывать ролики Андрея Бреда «Плохой канал». Типа, почему вам надо ездить на Harley, или там, почему вам не надо купить Harley, или что-то такое. И тут меня осенило, что его идеология, она очень совпадает с тем, что внутри меня было всегда, но я не мог это для себя сформулировать. То, что мои мысли с ним абсолютно сходятся в этой части. Я имею в виду про философию, то, что мотоцикл – это, по сути, дауншифтинг, то есть снижение своих потребностей в сторону получения кайфа и эмоций, несмотря на дискомфорт и опасность, которую он создает. Когда начинаешь постоянно переживать, как бы у меня не сломалось что-то, как бы там то, сё, как бы погода, чтобы не дуло, чтобы было тихо, ветер, там дождь и так далее, то ты перестаешь наслаждаться, а начинаешь все время париться по этим проблемам. Проблемы на самом деле можно и нужно решать просто по мере их поступления и не пытаться ожидать их появления, да, и возможно наслаждаться и даже несмотря на эти проблемы, на какие-то из них. То есть не придавать этому значению, тогда можно получать кайф. Еще я понял, что мотоциклы, на которых я ездил, они подражатели. Как бы, а зачем нужен подражатель, если ты не пробовал оригинал? Вот, поэтому я решил, что надо попробовать. Вот, тогда я поехал в магазин, посидел на футбое, о котором я, конечно же, мечтал, потому что Терминатор там и все дела. Вот, и там я увидел электричку и посидел на ней. Поскольку я люблю дальние поездки и люблю много места, то, ну, на самом деле дело даже не в этом. На самом деле электричка запала в душу, потому что я просто вот сел на нее и понял, что вот это оно, надо брать. Вот. Короче, я обожаю свою Harley и теперь понимаю, что это именно то, что я искал. Из недостатков могу, наверное, отметить только то, что езда по московским пробкам достаточно тяжело проходит. Он для междуредий слишком большой. Поэтому, если планируете в основном ездить в Москве, то, наверное, не рекомендую тогда брать именно электро. Вот. Подумаю однажды даже себе, если позволят финансы, точнее, не если, а когда позволят, тогда взять еще ему в компанию какой-то второй байк, городской относительно, чтобы был узкий и юркий. Вот. Если вам интересно, как я его покупал или какие-то другие вопросы, то можете написать в комментах, тогда я вам об этом расскажу в следующем ролике. Для чего мне мотоцикл? Если бы хотелось просто быстро ездить, удобно, там тепло, чтобы не ломалось и так далее, очень много для этого, наверное, есть автомобилей, потому что, наверное, самый идеальный мотоцикл – это автомобиль. Потому что он более безопасный, более комфортный, можно ездить в дождик, зимой, все удобно, мягко, тепло и хорошо. А если ты хочешь ощущений, то, наверное, вот это сюда. Там, где и трясет, где опасно, где нужно 10 раз больше всего думать, за что-то там переживать, знать, какие у тебя агрегаты, что, где какие слабые места. Но, несмотря на это, кстати, я бы не сказал, что Harley какой-то ломучий. То есть вот мы проехали там сейчас 2000 километров вот, до Крыма, вот такими зигзагами. И при этом, то есть ни одной там какой-то там неприятности с ним не произошло.
А, хотя есть. Нет, вру, соврал. Как же, да, Харлей же разваливается по дороге. Вот у меня развалился по дороге Харлей. Смотрите, вот здесь по дороге выкрутился вот болт вот этот. И вот такая же вот нахлобучка. Вот, кстати, вторая тоже ослабла, надо будет потянуть. Так вот он выкрутился и потерялся. Теперь у меня Харлей сам разобрался. У нас тут сменилась локация. Это Чувод Калер на фоне Бахчисарайский красота. Мы с супругой залезли вот в горы на нашем эндуро-мотоцикле. Было ощущение, что с мотоциклом, когда я только купил, да, что с ним что-то не так, что он, наверное, сломан, что там внутри, наверное, все, ну, потому что не должно вот так вот все происходить, да. Вот, посмотрели, как, в каком, что состоянии, и оказалось, что с ним все в порядке и прекрасно, можно было, в принципе, не разбирать, но уж раз разобрали, мы заодно поменяли там натяжители. Хочу сказать, отличается вот 96-я модель переходная от 88-й, это тем, что натяжитель уже здесь стоит гидравлический, я имею в виду цепи ГРМ, и от 88-го отличается тем, что он каблуки не съедает так быстро. Последний год на узкой раме, ну, для тех, кто не знает, сразу скажу, да, что все электроглайды, вообще все туринги, они различаются таким переломным моментом. В 2009 году был рестайлинг, который изменил раму. То есть, хотя внешний мотоцикл, ну, практически неотличимы, ну, разве что там по заднему крылу, оно чуть пошире там видно. А так, визуально все то же самое, но на самом деле рама совершенно другая. Новая платформа, более широкое заднее колесо, более широкое... И запчасти не подходят, соответственно, там другое сиденье, другие еще, ну, какие-то элементы отдельные по то, что по кузову. Вот, а это 2008 год, последний год на узкой так называемой раме. Здесь появился первый год, появился ABS. Его работа, честно говоря, мне не очень нравится, потому что он начинает срабатывать, даже когда еще до блокировки очень далеко. У меня все до этого мотоциклы были без ABS. И, в общем-то, я ими тормозил, ну, практически до юза передним колесом доходил, то есть, когда, ну, в экстренные ситуации, да, а здесь даже не на экстренные, ну, то есть, я же чувствую, да, с какой силой я получаю торможение, да, и понимаю, что эти тормоза, прям, я чувствую, как рывками он мне ослабляет мое тормозное усилие, которое я бы еще бы чуть-чуть бы дал бы, но он, как бы, мне этого не дает. И, честно говоря, это не очень приятно. Я даже подумал, что, может быть, этот ABS отключить. Кстати говоря, в угоду ABS на этой модели этого года многие ругаются и жалуются, что колесные подшипники на модели именно этого года, да, они быстрее выходят из строя. Места под подшипники старые. И они сузили подшипник для того, чтобы вставить туда еще датчик ABS. Соответственно, подшипник ослаб, вес остался прежний. Конечно же, подшипник начал быстрее выходить из строя. Вот. И это вот такой недостаток. В принципе, если отключить ABS, ну, не просто так отключается, это не фишку выдернуть, то есть это нужно снимать там весь блок, менять трассу тормозную и переставлять подшипники на колесах. Кстати говоря, очень интересно, что вот именно примерно около этих годов, 2006, ну, то, что шло на 96-м двигателе, это вот с 2006 года по 2008, ну, включительно, встречаются модели часто на спицах электрички, хотя именно электроглайд обычно шел на колесах литых, а на спицах именно были обычно Road King'и в угоду стилю, так скажем, да. Но вот несколько моделей я уже встречал, я думал сначала, что у меня переставлены колеса с другого мотоцикла, но возможно, что это не так. То есть я точно наверняка, на самом деле, это не знаю. Спрашивали меня очень многие, чем отличаются, какие ощущения от Харлея после Миднайта, который у меня был предыдущий. Вот. Я скажу, что в первую очередь, конечно, это звук, потому что у Миднайта его совершенно не было. То есть там звук такой, как, я не знаю, бензо какой-то косилки. А здесь вот это урчание, оно все время меня приманивало. Я почему-то всегда хотел подсознательно Харли Дэвидсона именно за его, наверное, звук. Хотя, казалось бы, ну, наверное, смешно. Отлично, кстати, про это недавно вообще вышел ролик Fortnite. Я с ним полностью согласен. То есть именно почему покупают Харлей, что от него получаешь, ожидаешь, там все это и есть. Вот все, что там сказано, все правда, вот я полностью совсем согласен.